Массовых купаний сегодня не было, а вот моржи купаются каждый день, независимо от традиций и праздников. Сегодня они тоже отправились на реку. Наша съемочная группа решила попробовать воду, и вот что из этого получилось. Мимо заснеженных полей возле Слободеи едем к известным на все Приднестровье моржам. Нам обещали показать, как правильно купаться в ледяной воде, и главное, зачем это делать не только на крещение. Как доехали? Дорога нормально? Хорошо, да, все. А вы уже в сборе, смотрю. С рюкзаком? Ну, конечно. А что берете с собой обычно? Полотенце. Только полотенце – это все, что нужно для купания в такой лютый мороз, говорит морж Юрий Харченко. Я вот не пропускаю уже 40 лет это дело. Мой напарник, 10 лет у него стаж. Угу. Чуть меньше, вот он пришел. Да. Глядите. Здравствуйте. Это Василий Николаевич. Каждое утро в любую погоду моржи едут к реке на великах. Сегодня мы их подвезем. В пути понимаем, что сами купаться, скорее всего, не будем. Холодно невероятно. К тому же, по совету закаленных, заплывы лучше начинать ранней осенью, чтобы привыкнуть и потом получить от зимних купаний только пользу. Десятки тысяч это проделают на крещение, да? И из них заболевает не такой уж большой процент. Поэтому одноразово это можно сделать. Но принесет ли это вам пользу такую долгоиграющую, это, конечно, под вопросом. Обычно моржи едут сюда рано-рано утром, пока вся Слободея спит. Они преодолевают 5 километров. Покатый берег выбран не случайно. Глубина дает возможность окунуться в воду без промедлений. Оператор, ты спустишься или тебе дать лыжи? Окунуться нужно всего на 5-10 секунд. Этого достаточно, чтобы активировать в организме все жизненные силы. Это как после парилки примерно. Юрию Александровичу 72 года. Крепкое телосложение и хорошее здоровье – вот что дало ему закаливание. Температура воды сейчас, может быть, в плюс один. Плюсовая температура. Мне кажется, ведь вода при минусе замерзает. Морж считает себя крепким, выносливым, на здоровье не жалуется. Успевает и по хозяйству работу сделать, и вечером баню растопить. Говорит, именно так выглядит качественная жизнь человека в возрасте. Когда втянешься, то всегда найдешь время. Если мне на работу надо было к 7, значит, я должен был выбежать там 3-4 утра, но обязательно свою процедуру выполнить. Значит, в этом деле что главное? Поверить, что это тебе нужно. Очень захотеть этим заниматься. Купание в реке круглый год, отказ от вредных привычек и бодрый настрой – это бесплатные, эффективные и, главное, доказанные рецепты долгой жизни от слободейских моржей. Ксения Воронченко и Дмитрий Рязькович, ТСВ.